Китае это очень и очень важный, хотя и трудный опыт. Очень важен международный опыт в борьбе с коронавирусом. Мы детально изучили все, что делалось в Китае, прочитали ваши рекомендации, книги. И очень благодарны, что сегодня Москва во многом знает, что делать, благодаря той проблеме, которая была в свое время в Уньхане, в Китае. Это очень и очень важный, хотя и трудный опыт. Учимся у вас и надеемся, что ваш опыт. Венекал, пожалуйста. Мы